Итак, начнем. Сегодня днем временно оказалось перекрыто движение на улице Докучаева в районе речного порта. Всему виной упавший бетонный столб освещения. Он упал не самостоятельно, ему помог один из водителей маршрутного автобуса. Водитель 35-го автобуса приехал на конечную, поставил транспортное средство на ручной тормоз, и мужчина покинул салон. Однако автобус продолжил движение. Он мог выехать на дорогу, по которой движутся машины, и попасть в ДТП. Однако путь неуправляемой маршрутки преградил новенький столб освещения. Несколько подобных установили недавно для освещения дороги в темное время суток. Водитель пытался остановить автобус, но у него ничего не вышло. В результате столб пробил лобовое стекло и нанес незначительный видимый ущерб капоту. Некоторое время столб продолжал лежать на дороге. Часть водителей беспокоилась по поводу разорванных электрических проводов, лежащих на дороге, и предусмотрительно объезжала их по обочине. Вскоре водители из других автобусов помогли коллеге и вручную, не дожидаясь техники, оттащили бетонный столб в сторону.